Добрый день. Мы читаем подборку Кабалалям, Зор, 40-я страница, Ноах, и благословил Бог Ноаха, 248-й пункт. Эту подборку можно скачать на сайте Капсиоэль. Также можно задать вопросы на Капсиоэль или Кап-ТВ. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе эфира. Итак, Зор, недельная глава Ноах, 248 пункт, и благословил Бог Ноаха. У нас есть много новых товарищей, и нас смотрит много зрителей, и я хотел бы сказать несколько слов. Наука Каббала раскрывает нам новый мир. Мир, который шире, чем наш мир. Наш мир включен туда, как некое маленькое зернышко. Говорят, это как песчинка относительно всей Вселенной, так и наш мир относительно духовного мира. И как же мы можем ощутить этот духовный мир, переживать, ощущать его? Говорится, как в этом мире, когда рождается младенец, он не знает ничего. В нем пока не действуют никакие органы чувств, но постепенно он получает впечатление от этого мира, слышит звуки, видит нечто, пока он начинает различать цвета, звуки, температуру, тепло, холодно. Он все время должен сначала просто задействовать свои органы чувств, потом в каждом органе чувств у него получается очень много всяких впечатлений, и у развитого человека измеряется его развитие от числа и от количества его определений в этом, у музыканта, у художника. Звуки, цвета, как он их ощущает. Человек, который понимает, чувствует язык. И для него каждое слово — это целый мир. И мы видим, что все это мы обретаем постепенно. Таким образом, как мы просто находимся в какой-то реальности, и эта реальность, она раскрывается нам. Она работает над нами, продвигает нас, формирует нас в том, чтобы почувствовать ее. И это верно относительно нашей материальной реальности, этого мира. Это точно так же верно, точно в тех же этапах и законах мы развиваемся относительно духовного мира. И поэтому есть особая книга, которая берет нас в это чувство духовного мира постепенно, из этого мира, в котором мы находимся. Мы находимся в двух мирах, но один явный, а другой скрытый. И для того, чтобы сделать его явным, мы должны, как младенец, жить в нем, пробуждать его воздействие на нас и пробуждать себя к тому, чтобы ощутить его. И это строит очень особенную такую связь, которая принимается в мире. Это книга Зор, это особое сочинение, которое написали группа каббалистов, очень особенная, не было такого примера, кроме них в мире. Они дали нам некий переход, мостик от языка и понимания в этом мире к языку, ощущению, пониманию мира вот этого большего, скрытого. Так что, если мы углубляемся в то, что они написали, мы стараемся находиться в том состоянии, в котором они находились, то есть соединенными между собой, как они были соединены, эти 10 авторов Зора, 9 учеников Раби Шимона, и мы постепенно начинаем, как младенец, это берет время, пока он растет, начинает различать какие-то вещи, но мы начинаем ощущать сам Зор, даже без объяснения. Если мы читаем его, мы начинаем ощущать, это приходит в какими-то такими внутренними ощущениями, такими воздействиями разными, что-то происходит внутри. Мы не можем дать этому какое-то четкое определение, но что-то происходит. И затем, вот так вот из тумана, из тьмы, из неясности, вот так вот все больше и больше проступают
просто нечто новое, некая новая сфера, новый мир. То, что было скрыто, постепенно становится явным. И поскольку мы называем это изучение Зор, но здесь нет учебы настолько, но стараться впечатлиться от того, что рассказывает Зор, постараться раскрыть сердце, и каждый раз вот так вот с такими большими глазами, с открытым ртом, как ребенок, который смотрит на мир, проверяет его, хочет познать его, так и мы должны относиться к тому, что рассказывает Зор. И если это приходит вместе с объединением нашим и желанием раскрыть духовный мир, мир отдачи, любви, объединения, единства, единой силы, единой души, как один человек с одним сердцем, то, конечно, мы добьемся успеха. И, кроме того, во время чтения тут и там мы будем давать некоторые объяснения, может быть, тем вещам, которые помогут нам немножко больше удерживаться в тексте. Так как взрослые играют с ребенком, они дают ему некие определения тут и там, чтобы он с их помощью развивался. Итак, давайте начнем и посмотрим, как эта книга проходит по нам. Это особая книга. «И благословил Бог Ноаха». 248 пункт. Решмемхет. «Благословение Творца обогащает». Благословение Творца — это шхина, которая назначена на благословение мира, и от нее исходит благословение всему. Шхиной называется собрание всех душ, одна общая душа, которая принимает воздействие свыше, от высшего света или от Зерампина, и воздействует из себя вниз на все души. Поэтому то, что принимается в шхину, принимается потом всеми душами. Потом то, что есть в ней, называется браха, благословением. 249 пункт. «И сказал Господь Ноаху, войди ты и весь дом твой в ковчег». То есть высшая сила, Творец, обращается к человеку, весь мир находится внутри человека, и одно из наших свойств, оно есть в каждом, это свойство, которое называется Ноах, свойство отдачи, любви. И это человек хочет подняться над своим эгоизмом, и к нему обращается высшая сила и желает еще поднять это свойство. Как она это делает? Он говорит: «Входи в ковчег». Что это значит? В описании входа в ковчег сказано: «И сказал Господь Авая», то есть Зерампин, а в описании выхода сказано: «И сказал Бог Элоким», то есть Нуква де Зерампина. «И сказали мудрецы, что хозяин», то есть Зерампин, «дал Ноаху разрешение войти в ковчег». Ковчег — это свойство отдачи, свойство бины. Если человек со своим свойством Ноаха входит в нее, в это свойство, там он ощущает, что ничего не может повредить и ему. Что значит «ничего»? Кто может ему повредить? Его другие свойства, которые не такие, как Ноах. Они все остальные свойства, эгоистические его свойства, они могут причинить ему вред, его духовному продвижению, поэтому он желает изолировать это свойство Ноах и с ним продвигаться. А то, что происходит с остальными свойствами, пока оставить их, сократить, скрыть их. А затем говорит ему жена Нуква Зерампина выйти. Сперва он вошел с позволения мужа Зерампина, а в конце он вышел с позволения жены Нуквы Зерампина. Это две силы, которые воздействуют на человека, сила Зерампина и сила Нуквы. Со стороны суда и со стороны милосердия, Дин и Рахамим, это как две вожжи, которым
продвигает нас к цели. И отсюда следует, что хозяин впускает гостя в дом, а жена выводит его. И сказано, «Сказал Бог Ноху, выходи из ковчега». Элоким, Бог — это уже сила Гвуры. Ибо было в ее руках позволение вывести гостя, но не впускать его. Мы должны понять, что эти две силы, хотя они кажутся нам противоположными, они воздействуют, чтобы продвигать нас. Мы не можем продвигаться только с силой притяжения, должна быть еще сила толкающая. И мы все время вот этими двумя вожжами между ними находимся, если мы понимаем, что эти две вожжи правой и левой линии, если мы балансируем между ними, то этим мы формируем себя, включая обе эти линии, в средней линии. И в чем тут сходство с гостем и хозяевами постоялого двора? Когда человек пребывает во всем совершенстве, считается сидящим в доме, и слово «дом» намекает на нукву Зарампина, которая светит светами Мохин Гар, трех первых сферот, как сказано, мудростью выстраивается дом. И потому те, кто получает от нее, считаются сидящими в доме. Однако, когда человеку нужны исправления, поскольку он не пребывает в совершенстве, тогда ему нужна охрана, чтобы не ухватились за него внешние, дабы совратить его. Если находится у него, если есть у него свет хухма, он находится взор, есть, когда свет хухма властвует над ним, то, естественно, ему нужна большая охрана, большие исправления, потому что свет хухма — это наслаждение, и все желания в нем пробуждаются для того, чтобы получить это наполнение. И тогда ему необходима охрана против его эгоизма, против его желаний, чтобы не украсть у самого себя. И тогда потерять этот духовный уровень, как он может сохранить себя, оберечь себя. И потому он вынужден выйти из дома, там, где находится хохма, из этого участка, ибо нельзя ему получать эти высокие света Мохин из-за страха перед тем, как бы не стали прикармливаться от него внешние. Человек отождествляет себя с тем свойством отдачи, в свойстве отдачи, в свойстве хасадим. Есть орхухма, который наполняет их, эти желания к отдаче. Но кроме того, у него в желаниях есть желание получения, и он боится, чтобы эти желания получающие пробудятся и начнут удерживать свет хухма, цепляться за эти наслаждения, которые есть в отдаче, в свете хасадим, и тогда он должен выйти из состояния, где свет хухма наполняет, и свет хасадим называется, что он выходит из дома. Потому что если он выходит из дома, он в сущности находится на том уровне, на той ступени только со стороны хасадим. Но если силы его, желания его неисправлены, эгоистические, у которых пока нет намерения ради отдачи, если они начнут притягивать свет хухма к себе, это называется сверху вниз, тогда он потеряет эту ступень полностью, и тогда упадет и будет как эти грешники. И тогда придут воды потопа и потопят его. То есть то, что он сейчас выходит из дома, это большое исправление. И за счет этого он также укрепляется, он получает дополнительные экраны, может в следующий раз войти и быть в нем. То есть вот этот выход, как написано, из Циона выходит Тора, то есть из этих выходов он обретает экраны, он сам совершает это действие. Он обретает экраны, силы преодоления, чтобы в следующий раз войти и остаться со светом хухма внутри.
и обязан выйти на путь Творца, чтобы получить нужные ему исправления. И разрешено ему в это время получать света Мохин от соединения Зерампина и Лей, ибо они представляют свет Хасадим, укрытые от света Хохма, и нет от них никакого кормления внешним. Мы изучаем истории, мы изучаем это также в науке Каббала, что Творец Кадош Барху называется Парцуф Зейрампина Целута. У него есть две пары. Одна пара — это Исраэль и Лея, и он тогда большой, это большая пара, а маленькая пара называется Яков и Рахель. И это большая пара Исраэль и Лея. Там властвует только свет Хасадим. Они находятся выше Хазе Зейрампина, тогда как в малой паре, где есть Яков и Рахель, там есть свет Хохма. И для того, чтобы войти, насколько бы это ни казалось рациональным, кажется, чтобы войти в большую зевук, подняться на более высокую ступень, это называется выйти из дома, где есть мудрость Хохма, выйти на уровень, где нет Хохмы, где правит только свет Хасадим, что и называется соединением Зейрампина или Израиля с Леей. Человек, поднимающийся на такой уровень, гарантирован, что он не упадет с его духовной ступени и ничего не может повредить ему. Что может вообще повредить человеку? Тот, кто раскрывает духовный мир, он чувствует только себя. Человек — это малый мир. Все, что мы видим, находится в нас, в нашем восприятии, во всех наших ощущениях. Также этот мир, насколько бы нам ни казалось, что находится вне нас, он находится внутри нас, как объясняют нам каббалисты, объясняют нам это Зор, что мы только представляем себе этот воображаемый мир, находящийся вне нас. Человек, который начинает входить в духовные ощущения, он начинает чувствовать, что все это, все эти явления, все эти понятия находятся в нем самом. Как написано, мир — это... Человек — это малый мир. И также этот мир, который мы так чувствуем, вне себя, неживое растительное животное, люди, все звезды, все это как может быть во мне, как это может войти в меня. В конечном счете, да, я вижу и чувствую эти вещи в себе. И как бы ни казалось нам, что это находится вовне, это самое большое заблуждение. И ученые тоже начинают думать в этом направлении. И Зор объясняет это уже, начал объяснять это 1000 лет назад, что это таким образом устроено. И это мы начинаем понимать, когда входим в духовные ощущения, мы начинаем понимать, что все это происходит во мне, а не снаружи. И поэтому эти понятия включают Творца, Творение, Лея, Рахель, Исраэль, Яаков, еще многие духи, ведьмы, ангелы, всевозможные силы, все, о чем говорится в Зоре, в Торе, все-все, включая нас самих, в конечном счете, кто мы, что это за миры, что представляют собой все эти миры, все это ощущается только в нас. И поэтому, когда мы изучаем то, что пишет Зор, нам необходимо пытаться почувствовать все. Каждый должен почувствовать в себе. Нет вне меня ничего. Также и товарищи, с которыми я учусь, и телевидение, которое мне это показывает, что это урок Зора. Все это в конечном счете находится во мне, внутри меня. Это очень странно, очень необычно. Но, скажем, ребенок, который рождается, для него этот мир, который он видит, тоже кажется очень странным. Он не привык ни к чему в этом мире. И просто учится у него, начиная с нуля. И также мы, я бы сказал даже, что
именно по отношению к духовному миру у нас есть решимот, есть понятие, ощущение. Мы как бы возвращаемся в то место, в котором были, поскольку мы оттуда спустились. И в нашем мире мы все время обновляемся, мы все время приходим в новый мир, в развивающийся мир по технологии, по всем вещам, которые находятся вокруг нас, тогда как в духовном мире мы входим в мир, в котором мы были, от которого у нас есть воспоминания, впечатления. Мы только должны возбудить их внутри. И по отношению к этому путь назад, он является путем в чем-то более удобным, более легким. И поэтому Зор с помощью своих рассказов, когда он объясняет нам, он каким-то образом сопровождает нас, влечет нас и вводит нас воодушевление, впечатление духовного мира. И хотя мы там не находимся, мы с помощью этого чтения начинаем пробуждать то, что находится в нас. Все решимот, записи, весь тот путь, который мы прошли сверху вниз и находились на всех этих этапах, на всем этом пути, мы только возвращаемся из нашего мира и начинаем подниматься назад. Пожалуйста. Мы продолжаем во втором столбце эти света. И эти света Мохин, то есть этот свет Хохма, называется постоялым двором, так как предназначены для путников. То есть человек, который продвигается, он получает на каждом этапе все больше наполнения. Это называется постоялым двором. И потому, хотя праведник Ноах был совершенен, то есть весь находился в Хасадим, все равно он уподобляет его гостю-путнику, который все время продвигается. Это свойство, мы хотим, чтобы оно в нас продвигалось все больше и больше. Так как во время потопа, когда было дано разрешение разрушителю, это исправление, когда необходимо различить между этим слабым свойством, которое растет сейчас во мне, которое называется «Ноах», по отношению ко всем эгоистическим свойствам, которые мне просто мешают продвинуться, и я должен сейчас освободиться от них, чтобы продвинуться с этим «Ноахом» во мне. И поэтому этот губитель, который приходит, он приходит, чтобы погубить все мои эгоистические желания, и тогда мой «Ноах» продвинется. Да, он тоже нуждался в охране от него, от этого разрушителя. То есть не быть утянутым ему. И потому нельзя ему было получать света Мохин от категории Дом, то есть притягивает свет Хухма внутрь света Хасадим, но лишь от категории постоялого двора, оберегаемого от внешних путников. И эти мохин постоялого двора относятся к Зер Ампину, который называется Авая, Господь, так как они привлекаются от категории Хагат, то есть от Зер Ампина. То есть, когда он входит туда, прячется туда во всех этих хасадим, что называется укрытым миром, что это Лея, мы это изучаем, и там он прячется. Однако Мохин от категории Дом относится только к Нукве, которая называется Элоким, Бог. Так как Мохин Хохма не раскрыты ни на одной ступени в мире Ацилут, но только лишь в Нукве. Это последняя его ступень. И понятно, почему при входе в ковчег названо имя Господь Авая, а не Элоким. То есть это имя, означающее «милосердие несут», а при выходе имя Бог Элоким. Это суд. Ибо ковчег, как постоялый двор, и потому было сказано ему: «Войди ты и весь дом твой в ковчег,
То есть его дом, которому свойственен прямой порядок букв Бейт Ютеф, станет его ковчегом, которому свойственен обратный порядок букв, что означает «мохин постоялого двора», относящийся к Зейрампину, который называется «Авая Господь», и потому сказано «Господь». То есть есть у нас здесь сферот прямого и отраженного света. Это не, нам не очень-то понятно. Постепенно в процессе чтения мы начнем понимать все эти понятия. На самом-то деле это не очень нужно. Еще раз мы возвращаемся к примеру с младенцем. Он знает много вещей, видит много вещей. Все время они меняются, они новые. Каждый раз он не знает для чего и почему и так далее. Но вот так, инстинктивно, просто он не знает, что, но естественным образом знакомиться с этим. И мы точно так же. Не надо бояться входить в вещи, которые непонятны, когда мы не знаем связи между ними. Но мы слышим, касаемся их, хотим познать. И таким образом единственный путь познать мир, как наш, так и духовный. И поэтому мы не должны беспокоиться, да? И это означает, что хозяин Зейрампин вводит гостя в постоялый двор, так как от него проистекают мохин. Однако нужно также вывести его из ковчега и вернуть в дом, в мохин трех первых сферот Гар, которые во власти лишь нуквы, и потому должна нуква, называющаяся Бог Элоким, вывести его, дать ему мохин категории «дом». И поэтому названо имя Бог Элоким при выходе, как сказано, «И сказал Бог Ноаху, сказав ему, выходи из ковчега». И также при выводе гостя из постоялого двора в дом. Затем, когда мы будем читать Тору и еще другие книги, мы увидим все эти точности, откуда они исходят. И иногда такое название, иногда такая фраза, такое обращение. Это уже будет у нас более точными ощущениями, о чем говорится, почему это так, какая сила действует. Почему таким образом обращаются к человеку на определенном уровне, почему это Йосеф, Яаков, Авраам, Моше и так далее. Поскольку Зор и вообще наука Каббала обращается ко всем этим силам в нас. В нас они находятся, и тогда постепенно мы начинаем знакомиться с нашими свойствами. И до тех пор, пока они развиваются, мы вместе с тем можем работать с ними, пользоваться ими. Поскольку мера жизни человека в духовном мире измеряется в меру его знакомства, возможности, знания его и этого мира. И насколько мы узнаем и почувствуем, это, по сути дела, сила нашей жизни, нашего осознания и существования. И так мы сможем продвигаться. И то, что мы сейчас начинаем говорить с вами, мы говорим о развитии души. Что называется, что мы чувствуем духовный мир. Кто его чувствует? Это то чувство, которое затем назовется душой, а пока что его нет в нас. Мы только из точки хотим раскрыть ее и почувствовать. Ноха, Лею, Элоким, Авая, Ковчег, Дом, Махин и другие еще термины. Пока что мы ничего не знаем. Это как младенец, который родился, он только родился, и нет ничего кроме этого. А сейчас надо познавать мир. И тогда он начинает включать, насколько это возможно, свои чувства. Пока что мы даже не различаем, что он готовит себя, включает себя, что он желает познать что-то. Он пока что как бы закрыт внутри, замкнут внутри. Мы занимаемся им, а потом все больше реагирует, и так это происходит. В духовном мире, еще раз,
Мы развиваемся не так, как развивается организм в нашем мире с момента рождения. Развивается душа, точка желания, которая есть в нас. Когда, если мы с этой точкой читаем Зор, мы с помощью этой учебы, этого чтения, мы впитываем все возможные впечатления, и от всего этого эта точка развивается, переворачивается, и тогда мы находимся в сфере, которая расширяется до какой-то величины, будем чувствовать духовный мир, пожалуйста. И не следует спрашивать о том, что есть пока, что много ступеней, которые можно получить также и от Зерампина, так как речь идет о том, кто уже постиг Свитамохин, категории дом, подобно Ноаху, но вышел он из него в постоялый двор по какой-то причине. И потому, конечно же, как только исчезла причина, и он вышел с постоялого двора, сразу же возвращается в дом. И это зависит от позволения одной лишь нуквы. Если человек оберегает себя, чтобы только продвигаться в духовном направлении, то на него воздействует либо сила Авая, либо сила Элоким, две этих вожжи, правый и левый, Дин и Рахамим, воздействуют на него, и он продвигается, он входит, выходит, постоялый двор или дом, это уже не важно. Он потом начинает различать, что происходит, но вот эти определения как отрицательные, как и положительные, якобы отрицательные и положительные, но чтобы он получил впечатление разнообразное от них, потому что только одно из другого, свет относительно тьмы, мы можем лишь почувствовать и развиваться в ощущениях, в пониманиях. Так происходит с нами. Главное, просто вот так вот остерегаться, оберегать себя и продвигаться. Есть вопросы, пожалуйста? Да, Леор. Какой процесс проходит, входя в ковчег, как входит и выходит? Я бы не объяснял это именно сейчас. Я скажу тебе почему. Потому что, прежде всего, представь себя, как будто бы ты ребенок. Мы должны объяснить, как его кормить, как заботиться о нем и так далее. Но насколько можно более естественно, если он воспринимает в своем простом желании, наивном, таком открытом, это самое естественное. А если ты начнешь сейчас его накачивать чем-то сверх того, на что он способен, ты просто разрушаешь его этим. Ты приводишь его к состоянию, которое называется... Как сказать? Нельзя раскрывать человеку больше, чем он может воспринять. Это как плод, который незрелый еще для него. Это он для него незрелый. Поэтому мы очень остерегаемся того, чтобы обучать человека. И вообще, вся наука Каббала, она устроена таким образом. Ты видишь, мы читаем. Он может рассказать очень много всего. Вообще, очень далекий от нас. Я нахожусь сейчас внизу, должен подняться на духовный уровень для того, чтобы увидеть весь этот объем. Но он рассказывает мне, в общем, об этом мире так свободно. Я могу взять Зор главу Ноах, я могу взять с конца или с середины. Зор ведь это толкование на пятикнижье Торы. Кто, в сущности, решает, сколько я могу воспринять, а сколько нет? Может быть, я должен начать буквально с Берешит, и час в день, или слово в день, вот так вот продвигаться? Нет, не обязательно. Нет рано или поздно, нет начала и нет конца здесь, в Торе. Вот ты берешь, начинаешь впечатляться, и это работает.
Кроме того, это со стороны самого человека, но со стороны учителя он должен относиться к ученику очень осторожно. Как говорит Рамбам, для маленьких нужно раскрывать постепенно, пока они не обретут большую мудрость, тогда раскрывать им больше, пока не станут готовыми и достойными этих тайн, и тогда можно раскрыть им более высокие понятия, которые уже относятся к управлению высшему и так далее. Но это, соответственно, тому, насколько человек может правильно использовать это, чтобы мог продвигаться, а не то, что эти вещи его запутают и остановят. Поэтому в этом изучении есть такая охрана свыше, и человек снизу тоже, как он воспринимает, и учитель, который так готовит ему все очень такими порциями, подходящими для массы учеников, так он это дает. И как ты говоришь, вдаваться во все эти подробности, нет. Нет также и потребности в этом. Тебе не поможет это для продвижения. Здесь решает только одно. Следующий этап, следующий шаг. Могу я сейчас сделать его? Это помогает мне или нет? Все, что помогает, берут, все, что нет, нет. Ты видишь, сам ковчег, то, что здесь происходит, это пример. Я хочу продвигаться с тем свойством, которое называется ног. Все остальные свойства мои истребляются. Все исчезает в потопе. А ног во мне, он спасается и продвигается. А затем, после потопа, уже начинают восстанавливать эти разные свойства, там, воскрешение из мертвых и так далее, и начинают работать с ними, с эгоизмом. Когда уже Ноах силен, он становится Авраамом и может уже использовать зло, чтобы продвигаться к добру. Да, Бенцы. У нас зритель из Твери спрашивает, почему Илуким, Бог, называется Нуква. Илуким — это сила бины, бина называется высшая гвура, это корень нуквы, нуква называется нижняя гвура, первая гей и последняя гей, высшая нижняя в имени Творца Авая, поэтому Илуким — это нуква. Источник Илуким — бина, высшая има, нуква. Пожалуйста. Из Москвы спрашивают, как писалась книга Зоар, и все эти 9 каббалистов, находятся ли они внутри него? И да, и нет. Мы должны понять, что с одной стороны человек присоединяет всех к себе за счет того, что он любит их, что в любви к ближнему, возле любви ближнего к самого себя, он присоединяет все эти души к себе и работает вместе с ними, как со своим кли, и тогда он получает в это кли, объединенное в нем со всеми другими душами, скажем, Рашби со своими учениками, соединенную в 10 исконных сферот, это 10 человек, и там он может постичь весь высший свет в том, что он постигает любовь к ближнему между ними. И то, что постигается, постигается, это как бы личное избавление. Не все приходящие в мир, все населяющие мир люди постигли это. Только он постиг в том, что он присоединил их к себе, но не то, что каждый из них сделал то же самое действие. Если каждый из них сделает то же действие, присоединит к себе все души, то есть все 7 миллиардов человек, когда все 7 миллиардов, когда каждый из них соединит всех к себе, все остальные души, кроме него, присоединит к себе, это будет называться полным избавлением. А пока что это частное избавление. Это первое. Итак, Рашби должен был связаться с еще 9 людьми. Он Кетер, а они все Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Ход, Исот, Малхут, все его 9 учеников. Итак, они представляют собой 10 исконных сферот, и поэтому они могут раскрыть каждый в своем личном исправлении.
когда каждый из них вот так поднимается в мир Эн-Сов, в соединении между ними, так они раскрывают Малхут мира бесконечности в частном избавлении. Геула протит их. Мы как-нибудь поговорим о 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м тысячелетиях. Они достигли максимум того, что возможно, того, что может достичь, кроме полного избавления Геула Шлема. Это то, что мы можем в нашем поколении сделать. И поэтому книга Зоар с их времени и до наших дней была скрыта. Мы говорили о двух силах, которые действуют. Дин и Рахамим, суд и милосердие. Что это? Мы изучаем, что нет никого, кроме него. Есть одна сила, которая действует. Это верно, что нет никого, кроме него, единая сила, но мы изучаем, что Творец нет никого, кроме него. Но относительно кого нет никого, кроме него? Относительно нас. Мы говорим, что нет никого, кроме него. Мы уже что-то другое, кроме него. Есть кто-то, кроме него? Это я. Да или нет? Уже двое. Да? Ну, хорошо. Итак, эти двое, я их различаю. Что же я различаю? Как я могу различить? Если это два объекта, я чувствую внутри себя эти два объекта, то есть я ощущаю себя и ощущаю его. Поэтому во мне я различаю две силы. Суд и милосердие. Дин и Рахамим. Рахамим — милосердие — это когда исходит из него напрямую ко мне, а Дин — то, что исходит от него Ахураем, таким косвенным воздействием. Дин — это называется, что он во мне задействует же такие желания, мою природу, а Рахамим — милосердие — то, что он воздействует на меня напрямую. Это две линии. Мы говорим об этом как о двух линиях. Правая и левая. И нужно из двух этих воздействий, которые мы получаем от него, нужно из этого выстроить среднюю линию. То есть и отрицательную, и положительную. Использовать это правильно, в равной степени. Сделать правильное сочетание одного в другое, продвигаться каждый раз таким образом, что нет зла и нет добра, но оба они для того, чтобы я вырос над ними, чтобы я использовал природу дающую, природу получающую, обе одновременно и достиг бы ступени Творца. Адам, человек, называется Адам, потому что он должен достичь Ле-Идамот, уподобиться Творцу. Да. Из Филадельфии желают знать, стоит ли в течение дня повторять тот отрывок, который мы читаем на уроке, скрат ли в течение недели, поможет ли притянуть это больше света. Я могу сказать только одно. Зор — это что-то особенное. Это не учится через разум, и чувства тоже пока что здесь где-то человек может почувствовать, может быть, представлять себе что-то, воображать. Я бы рекомендовал, что если есть у человека времени, пусть читает, пусть просто читает это. Да. Конечно, это зависит от количества материала, который он проходит. Как ребенок, если не занимаются с ним, обучать его, растить его, развивать его, это зависит от количества тех часов, которые человек вкладывает в Зоар. А Зоар действительно написано так во всех текстах каббалистических. Если человек хочет ощутить духовный мир, он должен быть погружен в этот день и ночно. Потому что здесь ты находишься перед вратами. И ждешь, когда это откроется. И ты начинаешь ощущать уже перед раскрытиями этих ворот, что Зоар готовит тебя к этому. Ну, еще немножко продвинемся вперед. 250-й пункт. Решнун. Поскольку вышел из ковчега, дал ей подарки, принеся в жертву, так как она... Дом, и дом в ее руках. Иными словами, свята Мохин, категория дом, находится в руках одной лишь нуквы.
жертвоприношение от слова «близкий», «приблизиться». Как я могу приблизиться? Приближаются к Творцу, к уподоблению Ему, находиться на том же месте, в том же состоянии, в том же положении. Это цель творения. Вернитесь, сыновья Израиля, до Творца, что мы возвращаемся быть как Он, вечными, совершенными во всем. И как это сделать с помощью жертвоприношений? Что такое жертвоприношение? Когда мы исправляем все зло в нас и превращаем его в добро. Это называется жертвой. Делать близким от вещей далеких от Творца, когда у нас есть 613 желаний, все они эгоистические. Мы исправляем эти желания, чтобы они были на отдачу, на любовь к ближнему. Это называется, что мы делаем 613 заповедей, то есть изменений в нашем эгоизме. Когда вместо ненависти к ближнему будет любовь к ближнему. Это называется сделать 613 действий по исправлению или заповедей. И каждый раз, когда мы видим какое-то плохое желание в нас и исправляем его ради отдачи, называется, что мы приносим жертву, приносим, приближаем ее, приближаемся с помощью нее к Творцу. И когда он вышел из ковчега, была сила у Ноаха, стала сила, сейчас стало больше сил, которые, с помощью чего можно заниматься жертвоприношениями, то есть взять еще несколько плохих свойств, которые были с самого начала такими, исправить их и с помощью их подняться еще больше по лестнице ступеней, то есть еще больше раскрыть духовный мир, поскольку в той мере, в которой я исправляю свои желания, настолько я вижу и чувствую духовный мир. И эти подарки, которые дал ей, предназначены для того, чтобы вызвать к ней любовь мужа. Отсюда понятна вежливость гостя. Дать подарки владелице постоялого двора во время его ухода. И потому, после того, как дал ей подарки, чтобы вызвать к ней любовь мужа, благословила его, как сказано, и благословил Бог Ноаха. И поэтому сказано, благословение Творца обогащает. То есть теперь он может присоединить к Малхут, к хозяйке, может присоединить к Малхут еще несколько своих желаний, то есть поднять их из Бия, испорченные желания, которые после разбиения, после греха Адама Ришона, то, что есть в каждом из нас, поднять это в Малхут Ацилут, то, что называется здесь хозяйка постоялого двора, и этими подарками как бы обрести ее, купить ее, поскольку мы тем самым приходим к слиянию с Творцом через нее. То есть хозяйка постоялого двора, Малхут Ацилут, называется собрание Израиля, Шхино и так далее. Дальше, 251 пункт. «И не будет больше с ним горя». В этом смысл слов «в горести будешь питаться от нее». Горесть означает горе и гнев без приветливости. И это когда потемнела луна, и нет благословений. В горести означает сторону другого духа, клипот, который лишает мир благословений, тем самым совращая людей. И об этом сказано, не будет больше с ним горя. И в этом смысл слов «не буду больше проклинать землю», ибо горе означает удержание нечистой силой ситра ахра, несущей проклятие миру. Таким образом, когда не будет больше с ним горя, не будет больше проклинать, ибо это одно и то же.
То есть с помощью того, что присоединяет к ней исправленные свои свойства, тем самым входит в мир, в совершенство. Да. Кто там хотел спросить? Ну-ну. Зоар говорит только о нашей внутренней сути. Кроме нашей внутренней сути, он ни о чем не говорит. Почему? Потому что если ты исправляешь внутреннюю суть, ты властвуешь над всем остальным. Нету внешнего. Ты знаешь из нашей истории, всей реальности всего мира и всех поколений, что мы ничего во благо не можем изменить, так как мы действуем в мире. И Зор объясняет нам, как мы на самом деле можем произвести изменения к хорошему, как и в нашей повседневной жизни, и вообще в вечности. Он дает тебе возможность коснуться тех сил, которые именно и действуют в реальности. И так ты из поколения в поколение хочешь сделать лучше, а у тебя все получается наоборот. То есть все понятия, о которых вы говорите, окружающий, свет прямой, сферот, все это Творец. Окружающие, ближние находятся во мне. Все находится в тебе. И это система, механизм, с помощью которого ты можешь властвовать над всем. Неважно, это находится внутри, вне тебя. Даю тебе сейчас постепенно возможность познать систему управления, с помощью которой ты приводишь в действие те вещи, которые просто изменяют тебе жизнь, судьбу, жизнь и смерть даже. То есть я должен дать только свое усилие. Да. И очень простое усилие. Когда каждый готов на это, не требуется от него ни ума, ничего. Но как рождается младенец, развивается один быстрее, другой медленнее, но каждый находится в этой жизни, и все. И то же самое здесь. В материальном мире, когда я прихожу к столяру, я говорю ему, что делать. У меня есть все, я могу, умею делать, а хозяин говорит, что делать. Духовным, когда вы говорите сделать стол, ты уже пришел, и все будет в порядке, ты находишься на месте. Наша проблема только в том, чтобы объяснить всем людям в мире, что на самом деле, что Творец должен прийти к нам. А на самом деле книга находится перед всеми. К сожалению, мы должны закончить и продолжим при возможности. И всего хорошего всем, и останемся с Зором все время. Будем оставаться с ним. А теперь мы послушаем песню, запись Аркадия Духина, 6-я. Песня «Край». Лагия ла каце. Ат шело я ло квар леан леймалет. Ат ше кол ках нездаке квар летакно. Ат ше мамаш квар ло нухал лашевет бетухо. Рак ше накир эт кол хара. שמתבייש אל מול האור רק שנרגיש שכל שינוי צורה כבר לא יביא לשום דבר שטוב נבין שאי אפשר לבד רק ביחד רק שנכיר את כל הרע שמתבייש אל מול האור רק שנרגיש שכל שינוי צורה כבר לא יביא לשום דבר שטוב נבין שאי אפשר לבד רק ביחד